Йоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья! Сегодня будет просто легендарная серия, потому что это последний рейд. Это последний босс, друзья, и это будет жестко. Это будет очень жестко, сразу вас предупреждаю, что я прокачался, я наконец-то. Мне дали офигенный совет, возьми кастеты. Мне написал Владислав в ВК, то что возьми, наконец, кастеты, ты будешь хоть как-то наносить урон. Также на перегрев зачаруй. Я, короче, зачаровал, чуваки, на кровотечение, и это бомба. Это действительно бомба. Сейчас я вам покажу. Спасибо огромное, друзья, за лайкосики, давай. Давайте наберем 3000, но не стоит унывать, ребята, потому что еще есть Shadow Fight 2 Special Edition. Мы с тобой специальное издание пройдем. Потом начнется Shadow Fight 3, так что не переживай, будет еще много-много всего. И скоро выйдет Shadow Fight Arena, так что, братишка, у нас только все впереди. Если ты здесь впервые, обязательно подпишись. Итак, пацаны, еще не стоит унывать, точно, ребята, будет ивент на Хэллоуин. Мы сможем у ведьмы отобрать... Блин, это будет круто. У ней оружие, сет ее. И также на Новый год еще будет. Боже, да слушай, у нас все будет круто. Короче, я заколебался фармить, ребята. Все, хлопчики, давайте на рейд. Пора рейд. Сейчас мы с тобой немного разогреемся. Да, вот этот вот Тенебрис. Блин, как на самом деле... Офигеть, он жесткий. Но пока не смотрим. Давайте, но сначала на Фатум. Сначала на Фатум, друзья. Приятного просмотра. Кот, как... Офигеть, как быстро просто. Меня даже не успелось загрузить. Они быстро все зашли. Санхаус, Гуру, Спартакус. Погнали. Погнали, чуваки, красавчики. Все, вперед. Заряды, хорошо, что у меня есть. Меня вот начали даже узнавать. Представляешь, в обычных рейдах я начал играть. Я просто офигеваю. Ребят, спасибо вам огромное. Серьезно, вы лучшие. Вчера братишку встретил. Мы, в общем, сражались против Хоксона вроде бы. Посмотри, посмотри, как мы с тобой ее валим. Так, нет. Пока не смотри. Пока... Так, тихо. Оп! Нанайна! Сейчас посмотрим, сколько мы нанесем ей урона. Ля, просто красиво! Даже сферу давай кинем ей. Мы просто не даем себя в обиду. Посмотри, какие клевые у нас кастеты. Блин, время вышло, мы еще бы могли с тобой спокойно 443. Так, ну ничего, ничего, сейчас я хочу нанести как минимум 500. Давай, давай к этому стремиться. Я потому что уже наносил 500 урона. И вот именно только этими. Давайте посмотрим, короче, буду ждать другой рейдер. Я не успел, я сейчас, друзья, почему Фатум? Специально, друзья, чтобы подкопить сферы. Я теперь понимаю. Но если мы, конечно, займем третье место, будет здорово. Поэтому сейчас мы немножечко... Покидаем еще сферы. Это обязательно нужно, ребята. Сколько у меня сфер? Давай посмотрим. 5! Отлично, отлично, отлично. Но мы с тобой вот такие маленькие будем. 3, 2, 1. Погнали, погнали, погнали. Вот жалко, что я сразу не нажимал в главном меню. Посмотреть, короче, за рекламу. Ну, рекламу смотришь и получаешь кристалл. Блин, как я вот раньше до этого мог бы уже накопить серьезно на меч. Так вот делаем. И начинаем по головке ее просто вот так вот. Делаем вот так вот. Все. И у нее кровотечение. Это просто офигенно, ребята. Так, тихо. Вот такой вот. Да-да-да, вот это вообще идеальная атака, ребята. Ах ты, скотина, смотри, как она... Да ты... Смотри, она туда-сюда, туда-сюда. 590, но благодаря... Ну, слушай, неплохо, неплохо. Раньше я даже такого не мог сделать, ребята. Просто такой нубяра был. Теперь хотя бы как-то это уже, ну...
пойдет гуру, 1800 урона, давай посмотрим, что у гуру, давай посмотрим на кусаригамы, 865 тысяч, нанес слабое звено 3, выиграно рейдов 140, всего рейда 168, красавчик, вот что я тебе скажу, Спартакус, посмотрим, миллион, боже, вот ты, слабое звено 1 всего, ля, чувак. И вот это, всего одно. Посмотри, сколько я слабое звено. 4. 4. Первых мест в рейдах 3. Всего. Но у меня 439 тысяч. Так что, пацаны, ну... Все, погнали в бой. Сейчас попробуем нанести... Блин, если 700 сможем сферами, это будет здорово. Это будет вот серьезно, это лучший. Это прям успех. Я столько никогда не наносил. Серьезно. Слабыми особенно. Тихо, так, понятно, уже не сможем. Уже не сможем, друзья, хоть и у нас восстановление, но... Блин, извините, ребята, я чисто, блин, загляделся. Ох, ладно, ничего, я переживаю. Я сегодня, знаешь, до трех ночи фармил вот этот вот рейтинг. Вот этот вот. И я дофармился до 13 места. Я на 13 был месте, я набрал 500... Не-не-не-не-не, это 439 тысяч, 500, нифига себе, я такой, я набрал 2 миллиона, ай, врунишка, блин, тоже, не-не-не, у меня просто в голове, я смотрю 500 тысяч, поэтому я начал вспоминать, 439 тысяч, так, отлично, чуваки, ну 40 секунд, я думаю, сейчас добьет Санхаус, красавчик Санхаус, молодец, подождали, я серию у братка смотрю, так, сегодня будет вот мега-босс. Я не знаю, как мы там пойдем, конечно. Пью, пацаны, короче, добрый. Сок добрый. Да не, вода. Добрый. Погнали! На! На! Ну почему я сразу в рейде так не мог сделать? Это же просто красиво. Сферу мы, к сожалению, не получили. Блин, это вот третье место бы мы с тобой заняли. Но ничего, красавчики, просто красавчики, молодцы. Санхаусу главное, что досталось. Уже быстро, как они, Спартакус. Молодец, Кусаригамы. У него обязательно... Так, следующий, чуваки, рейд. Давайте, прям... Ну вот, не знаю, Архас, это крыса, на самом деле, мне не нравится. Пойдем на Хоксона. Да. Стоит, я думаю, стоит, если у меня есть, да. Все, чуваки, здесь, быстрее, как они быстро просто, молодцы. Все, начинаем рейд, ребята, let's go. Погнали, следующего валим. Блин, как я на самом деле против Дракайна этой не хочу. Ты не представляешь просто, как я не хочу. Инвертированное управление. Ах ты, говнюк. Тихо. Дерево нас спасает, конечно. Так, тихо. Красиво, просто мы с тобой его уделывали. Неплохо, слушай. Спасибо огромное то, что подсказали именно кастеты взять. Серьезно, кто бы мог подумать, что кастеты. Но смотри, братишки все равно круче. Посмотри, как гуру красиво отыграл. Посмотри, как Спартакус. Блин, они все с кусаригамами. Но мне написали, Владислав в личку написал как раз, бери кастеты, не парься. И он также мне сказал... То, что проще всего, мой друг, это катары монаха. Но, блин, мы с тобой, если... Давайте очень быстро. Я не успел, бедный Спартак. Айзелев, сколько вам осталось? Немного. Тут уже, смотри, станет ничего не делать. Меня бесит его щупальцы, астероиды. Так, я даже их, смотри, даже не вижу, ребята. Видимо, они настолько круто играют. Конечно, хотелось бы посмотреть, как они прям там фигачат. Было бы здорово, если бы, знаешь, там камера бы, да, была бы. Ой, а как же я... Вот, бесит, смотри, на эмуляторе почему плохо играть так же. На самом деле, друзья...
На самом деле, друзья, видишь, перед стартом у меня пролагивается. Это очень большой, на самом деле, минус, ребят. Потому что противник... Ну, противник говнюк. Ой, говнюк, ой, говнюк. Говнюк. Вот Хоксон, а? Вот засранец просто. Какой. Ладно, ладно, ладно. Мы с ним еще, так сказать, поборемся. Ничего, давайте. Блин, 5 минут остается. Ладно, давайте... Или оставить сферу? Не, давай, давай, братишкам поможем. Давай, братишкам поможем. Сейчас надо быстренько, быстренько, быстренько. 20 секунд у нас. Мы еще на таком месте. Из-за этого у него преимущество. Да, но кровавый жнец долго атаки. У астероида изи увернуться станет. Ничего, бесит его щупальца. Долго атаки делает. Так, 10 секунд, 10 секунд, друзья. Сейчас должны кинуть, ребята, чтобы мы с тобой могли... добить. Но дальше будет карцер, это пипец. Это пипец, честно говорю. Как мы там будем, блин? Ну, должны. Должны мы с тобой хоть как-то отыграться сегодня. Вот, вот сейчас не заело хотя бы, это очень приятно. Так, у него кровотечение открылось. Это просто офигенно. Засранец. Как вот эти блоки, они капец парят очень сильно. Но мы с тобой неплохо внесли урона. 722. Очень-очень хорошо. Очень хорошо, ребята. Нормально. Все, я теперь хотя бы разберу... Не, ну серьезно, раньше я таким нубом был. Ну что ж, пацаны, идем дальше, ребята. Добивалочка у нас... Давай, давай, добьем этого засранца просто. Ну, проблема со сферами, конечно. Индикатор здоровья скрыт. Ах, жопа какая, а? Опа! Оп. Перфект, перфект, друзья. Ну, отлично, ладно, ваша позиция. Пожалуйста, дай... Так фиг там, фиг там. Надо место нормальное занимать. И тогда, блин, тебе будут сферы. Ну шо, идем дальше. Пятое место. Угу. Ну, неплохо. Неплохо, ребята, красавчик. Один на боссов, начиная арха, занимая первые места. В ящиках дают либо один, либо изи две больших. Семь. Фига себе, офигеть. Круто. Так, ребята, давай созываем. Теперь у нас идет следующий. Следующий говнюк. Эх, карцер, карцер. Как я на него не хочу. Давайте на карцера сегодня не пойдем. Дракайна. Да. О, у меня нету? Серьезно, у меня нету? Значит, идем на карцер. Придется, придется, чувачки. Все, рейд. Начинаем сразу же в бой. А, я думаю... Так, попробуем маленькими, маленькими сферами его зафигачить. Попытаемся, ребята. В принципе, почему бы и нет. Но этот засранец очень жесткий, поэтому... Видишь, что он начинает делать? Блин, и он ослабевает мои удары. Так. Вот это атака, блин, вот это атака. Какие же у него крутые... Серпы. И посмотри, какие они здоровенные, блин. Это, я не знаю, там 5 голов, наверное, вместится. Большой сферы промахнуться невозможно. Вау, это... Мне очень интересно, если когда-нибудь мы ее получим, мне прям очень интересно посмотреть, что это такое. Ля, дядьки, да куда вы, блин, разогнались? Офигеть, они разогнались. Посмотри просто на это. Они уже разогнались. Ля просто! Сейчас надо побыстрее нам набирать урон, ребята, иначе, блин, будет плохо. Ну, на Дракайну... Не-не-не-не-не. Я не буду, наверное, тратить. Обычными пойдем. Пофиг. Пофиг, ребята. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Давай.
Давай, главное нанести 300 урона, чтобы мы сейчас с тобой прошли. И сейчас, конечно же... Ну, понятное дело. Что? Что с тобой случилось, братан? Почему... Все, время вышло. Ну нормально, отпинали этого говнюка на 500 урона. Отпинали. Картер, блин, как же я его ненавижу. А дальше хуже. Дальше, блин, Верзер. Господи, почему ты 91 урон? Ну у него серпы, хотя как он с серпами? 70 урона осталось, ребята. О, зато я промазал одной средней. Блин, это я понимаю, бедный Верзер. Вы просто не оставили ему. Ну такое со мной тоже бывало, ну ладно. Ладно, бедолага. Надеюсь, тебе в следующий раз повезет, чувачок, блин. Сам понимаю, потому что... Так, тихо. Тихо, у нас не инвертированное управление. Что-то я уже совсем как-то с дуба рухнул, походу. Все, ладно, уничтожили его сферы. Ничего страшного, ребята, чтобы быстро с ним покончить. Ваша позиция пятая. Конечно же, эти сферы мы с тобой получаем, но ничего, ничего. Сейчас мы на Дракайну пойдем. Вот там, конечно, будет жопка. Ну что, готовы? Готовы, друзья? Блин, сейчас будет жопа. Проще вот так вот сделать уже. Погнали, братаны. Рейд, все. Давайте, ребята. Тут, конечно же, берем... Надо вот такую сферу применять. Как на Теннебринисе это будет, я не представляю, ребята, но мы должны его сегодня уничтожить. Раскаленная земля. Очень прикольно. Да. Давай. Быстрее, бро, быстрей. О, неплохо, слушай. Нормально мы с тобой придумали, конечно, но... Но нет. Вот этот смерч, ураган можно. Пипец. Да. Мы минималочку-то хоть нанесли? Нанесли, блин. Ладно, ничего страшного. Мы сейчас возьмем вот этот зарядик. И вжарим, пацаны. И вжарим быстро. Как вы так быстро? Я только Картера добил. Так, быстрее, дядь, быстрей. Так. Ты у меня в списке данов. Так. Давай. 16 секунд. Сейчас мы должны прям Амарул. Я надеюсь. Смотри, нифига себе, он вжарил-то теперь. Теперь он разозлился, посмотрите, он разозлился, действительно. Маленькую сферу, она бесполезна против третьего яруса, но для добивки можно, гуру говорит. Во, а я тоже, видишь, добиваю, бесполезно. Бесполезно, для меня она, мой друг, вообще не бесполезна, если честно. Она для меня очень-очень важна. Да, вот как, например, сейчас, вот. В смысле? У меня закончит... Где мои... На! Зашранка! You lose it. Ну ничего. Хоть какой-то урон мы с тобой делаем. Это меня радует, блин. Дракайна, я тебя ненавижу. Что ж на следующем будет? Ну ничего. Жесть. Так. Но не со сферами, друзья.
честно сказать, вот, ну, они, понятное дело, что со сферами, но даже... Вот надо, вот для каждого босса я убедился, ребята, можно свое оружие подобрать. Свое оружие. Вот Ярик очень подходит, например, для Архаса. Он, потому что Яри оружие есть такое. Потому что он таким же сражается. И, ну, жалко там маленький урон, то серпами можно. На самом деле такое. Так, пацаны, погнали, погнали, погнали. Сейчас хотя бы инвертированное управление. Так. Почему? Откуда у меня эта фигня? Блин, у ней тоже щит, у меня... Офигеть, капец, ты это видишь? Жесткий босс. Не, вот когда я не снимал, я мог ей вжарить даже соточку, именно без сфер. Ну так. Ладно, ничего, ничего. Дракайна, ты... Ты... Скоро я попытаюсь... Стоп. Стоп. Так, вот теперь добивочка. Ну, тут понятное дело, что маленький заряд нам нужен обязательно, потому что я не смогу. Ух, давай, дядь. Погнали. Ну, как я все-таки понимаю, в Shadow Fight 3 там... Я очень надеюсь, что такого не будет. Все, отлично. Уничтожили ее. Все, хорошо. И теперь начинается самое интересное, ребята. Самое сейчас просто интересное будет. Надеюсь, вы готовы. Да, капитан! Я нет, я нет. Но надо. Погнали. Ты на границе реальности, путник. Это последний рубеж. Дальше лишь пустота, в которой рождаются миры. И я выковал для них свет и тьму. Тень, портал за его спиной может быть нашим шансом на спасение. Бессмертные говорили, что разрушат наш мир. Не с его ли помощью? Тебе не выжить в портале, там неизвестность, тьма, в которой можно творить миры, но ты не умеешь творить, лишь разрушать. Портал поглотит тебя. Мы рискуем, но есть ли другой выход? Войдем в портал и остановим бессмертных, или же станем причиной катастрофы. И все, и сразу бой просто. Офигеть, там сколько, посмотри. Так, пора, пора валить, гада. Ну шо, сейчас мы с тобой посмотрим на него, дядька. Что? Я не успел применить! На! Почему у него когти? Рыси, чё за фиг? Так, не, ну слушай, он не прям такой крутой. Как хорошо, что я сделал перекат! Не, ну, он не прям, прям супер крутой. А почему, интересно, так? Фига мы его мо... Не, слушай, его можно мочить. Жесть, у него голова, посмотри, я не знаю, на что вообще похоже. Жесть. Я не знал, что он животом своим огонь сделает, офигеть. Пацаны, походите, походите! Так быстро? Так быстро мочится он? Так, погнали, 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 пока пацаны его не добили! Офигеть! А почему так быстро? Ребята, вы разогнались слишком быстро! Бой в темноте! Блин! Браток! Я ни хрена не вижу! Да ты сволочь, блин, ты чё творишь-то там? Во, наконец-то вжарил по нему. Охренеть просто, чё он творит? Это невозможно, это вообще невозможно. Бой в темноте, офигеть, с этим-то? Чёртом! Вох, фух,
Фух, минималочку нанесли, нормально, нормально. Гуру там разогрелся-то совсем с этой... Не, ну слушай, прикольно. Блин, он увернулся от большой сферы, это фиаско. Нифига себе, он там большую сферу фиганул, прикинь. Жесть. Что это такое? А, вот, смотри, до следующего задания осталось. Получить задание сейчас 20. 4-4, лучший результат. Блин, 2. В бой. Давай, давай, еще раз его. Или что? Или брати... Да братишки его сейчас нокаутируют. Че я туда пойду, блин, со своим... Добивалочка, вперед, ребята. Не, ну в принципе, он не такой жесткий, как Дракайна. Мне прям понравилось. То есть, понятное дело, что вот эти вот... Бой в темноте ему дает преимущество, но... Ну и вот всякие раскаленные земли. Но он не прям такой... А-а-а, вот оно! Гейзер какой-то, блин, открывается. Чувак, ты чё, блин, творишь-то? Все. Круто, это было круто, конечно, слушай. О, три сферы мы с тобой получили. Даже на последнем месте мы получили три сферы. Это самое офигенное. Пойдем еще раз, пойдем еще раз. Ты боишься в неизвестности, скрытой во тьме. Теперь ты останешься с ней один на один, мир... Рассыплется в прах и возродится вновь по спирали. Портал твой, какое решение ты примешь? Рискнуть войти или послушать тенебриса и повернуть назад? Офигеть, офигеть, офигеть! Войти! Давай войдем! Портал. Не сдавайся, ты должен бороться сам, мы просто голоса. Голоса, голоса, голоса. В твоей голове. Лишь образы в твоем сознании или... Очнись! Бесконечность поглотит тебя. Не уходи. Ок. Ок, ок, ок. Не уходи, ок. Ну что еще? Тень, тень, наконец-то пришел в себя. Оглянись вокруг. Духи с тобою связаться хотят. Блин, Шаман Кинг, пацаны, не. Если вы не знали, ник Зелео я как раз взял из Шамана Кинга. Там был великий дух Зелео. Короче, оглянись вокруг. Подземелье, ну, обновилось вокруг. Но в то же время осталось прежним. Боюсь, мы уничтожили мир бессмертных. Да, они придут в новом цикле, неизбежно, как возрождалась любая жизнь, но мы ответственны за их гибель. Мы поменялись с ними местами. Теперь за людьми и за тобой выбор, принять бессмертных или стать их палачами. Так, а ты чё, я когда-нибудь смогу, блин? Я когда-нибудь смогу уже, блин, тут? Ведь жизнь и смерть идут рука об руку по спирали истории, и в ваших силах решить, каким будет следующий виток. Получено. Опачки. Все равно оружие выбивал, это пипец. Вон сюжетку. Это что там такое? Офигеть. Вот мои кастеты, пацаны, вот они. Ну-ка. Пропускаю тайфун душ. Так, погоди. Бей, не пропускаю удары, и сила щита будет расти. При максимальной заряде щит нанесет противнику урон, когда враг атакует тебя. А так у меня есть перегрев. Супер. Просто супер, офигеть! Но чтобы собрать весь костюм, сет, точнее, это сет, а что надо сделать-то, собственно? Вау! Шлем, пацаны. А как собрать сет? Так, давай, ладно, еще раз. А может еще на него? Ну-ка давай-ка победим, может еще дадут что? Ля, дядька. Ну-ка давай еще, блин, мне там что-нибудь.
Засранец ты вон лучший. Ну-ка. Донат или 1.5? Блин, донат или 1.5 мне говорит? Нет, нет, нет. Ну я-то думал, блин, тут все круто. Офигеть, ну шлем, это уже круто. Это уже круто. Лучше бы броню, конечно, бы дали. Ну, так что уклоняйся от магии противника. Да, я знаю его магию. Ну чё, говнюк? Видишь, как я научился? Шлем теперь мой, я козёл. Я козёл какой-то. Ты засранец, а вонючий? Не, ну слушай, он не такой прям супер крутой. Я ещё и крэзи наработал, нифига себе. На. Вот это супер просто, офигеть. 1800 урона, нехило, дядь. Что-то мы с тобой капец. Ну все, оставим эти сферы на еще один разик. Ребята, блин, это круто, это конечно круто. Даже не знаю, как хочешь. Тенебрис надо два раза сходить, залил в топе. Ребят, мне идти на Тенебрис, у меня сюжетка сломалась. Хочу шлем на максималку. Ну как быстро. Так, ну сейчас. Погнали. Ну, я в топе не буду, понятное дело, что я даже не собираюсь. Как-то это все равно у братишек-то. Хлеб отнимать! Отнимать хлебушек. Бой в темноте, без шкал здоровья. Блин, я заснул! Проснись! Очнись! О, дядька. Где же шлем? Вот где же этот сраный перегрев? Чёрт не вижу я. А у него еще видишь, какая фигня срабатывает. Ну все, я заснул. Все, он меня расфигачил просто. Слушай, это круто. Это, конечно, круто. 312 урона, то есть маленькими сферами мы задали. Ну, неплохо, неплохо. Слушай, сегодня прям крутая серия, ребята. Все, Первый я залил в топе. Последний. Ой, чуваки, это смешно, конечно. Блин, столько урона нанес и это. А вот ты скажешь, типа, братишки увидели это и захотели быть первыми. Ничего страшного, потому что без братишек, если даже без братишек я бы пошел, там бы люди, знаешь, сколько бы нанесли бы урона, мой друг? Это пипец. Все, готов. Ну и что, теперь мне броню дадут, да? Думаешь? Слушай, ну круто, сферы дают, понимаешь? Смотри, сколько сфер дают, просто три сферы на последнем месте. Блин, ну жалко, конечно, я бы хотел впервые. Блин, красавчик, красавчик. Ты боишься не... Еще раз? Опять? А, ну это, видимо, если ты забыл историю такую. Ну-ка, напомни-ка мне. Сейчас, иди, иди, не сдавайся, голоса в твоей голове, лишь образ, очнись, не уходи. Портал. Тень, блин, где мой шлем еще один? Или броня? Давай, выдавай быстро. Ага, понятно, хрен мне что дадут. Я-то думал. Ну давай еще раз сходим. Блин, круто. Круто. Мне понравилось. Слушай, это офигеть. Мне определенно нравится. 5. Давай попробуем 5 сфер сейчас быстренько сделать. Что будет? Что будет, ребята? Давай, погнали, погнали, погнали. Сейчас попробуем 5 сфер прям кинуть. Что будет? Убывающее здоровье. Есть.
Во, смотри, наконец-то включилось. Я ж не умер. Такой задумался. А, не, умер все-таки. Все-таки умер, да? Ну ладно, ну ладно. Такой. Ну стоял нормально, стоял. И тут вдруг раз, бац. Вот такая вот фигня произошла. Ну слушай, прикольно. Ну блин. Так у меня... Фига себе. Звон какой-то. Ну такое, конечно, осуждаем, пацаны, все дела. Так. Попробуем еще раз. У нас еще три сферы. Нормальненько, нормальненько. Главное вжарить по полной программе, понимаешь? Дядька, сейчас три сферы, чтобы мы сразу быстренько отыграли, понимаешь? Быстро, 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 быстро. Надо. Все. Let's go, let's go, let's go, let's go. Без блоков. Фигня. Да... Да боже, он заколебал на самом деле. Да ты гад, блин, вонючий. Я из-за тебя сферу просрал. Ты понимаешь это? Ты понимаешь это? Да ни хрена ты не понимаешь это. Да ты, сволочь, ты вонючая, блин. Ну, блин, просрал сферы. Ну, какого фига, говнюк, а? Фига себе, ты чё, блин? Ты тоже сферы фигачишь? Нифига себе, это нечестно так-то. 139. Ой, засранец, ой, засранец, а! Все, добивание последний все равно. Братишки, молодцы. Ой, надо было сферу-то взять, ребята, иначе мы сейчас не смогли бы. В общем, друзья, серия просто атасная бомба. Дальше мы, конечно, завтра... Так, а завтра у нас понедельник. Завтра я, наверное, не буду... Ребята... Завтра, к сожалению, наверное, видосиков не будет... Все, замочили мы его. Ну-ка, сферы дадут. Одну сферу. За последнее место одну вообще сферу дают. Ну, круто, круто, ребята. Слушай, мне понравилось. Спасибо огромное братишкам, конечно. Они вообще красавчики, ничего не скажешь. Сейчас я посмотрю. 500 тысяч. Ну, слушай, нифига себе, как быстро на нем мы сразу раз-раз-раз набили. Офигеть. Круто. Круто, ребята, ты боишься. А вот сейчас отступить. Финальный дубль. Опа. Опа, ну-ка. Что за финальный дубль? Ты чувствуешь, портал меняется. Тени, он отдает нам свою силу, всю мощь, способность менять реальность, как податливую глину, создавать новые грани, разорвать порочный круг. Похоже, теперь мы решаем, как поступить с этим миром, полным хаоса. Можно разрушить его, как делали бессмертные, раз за разом, или сделать то, что даже богам не под силу, жить в мире друг с другом. О! Еще один шлем, дядь! Фига себе! Вау! Венец гармонии. В общем, две концовки, пацаны. Две концовочки. Ярость бури. Так, погоди. Шанс на восстановление 4... Здоровье в течение 5 секунд после получения. Ух! Ух! Круто, круто, ребята, офигенно на самом деле. Блин, ну этот шлем такой. Блин, ну это круто, мне понравилось, ребят, надеюсь, вам тоже. Спасибо огромное вам за просмотр, большая серия получилась, вот такой вот шлемик. На этом все. Мы скоро увидимся, ребята, знаешь где? Сейчас я тебе покажу, сейчас я тебе покажу. У нас еще кое-что не осталось на затмении. Да, да. Ну что же, спасибо огромное также братишкам. Бай-бай, дорогие друзья.